Ничего. Испугать хотел меня, что ли? Естественно, тебя надо испугать. Блять, почти спалился. Мне кажется, это мать 100% почти. Потому что батя нет. Пусть посмотрит. Ты же Крастелеком. Ну да, да. Потому что все равно же должен быть. Так же не должно быть. Не должно. Нет, у нас случается иногда, бывает такое из-за... Это бывает. Напугал бы. Слушай, а если бы я бы заорала бы, блин? А переключу у себя, может, у тебя что-нибудь? Что? Что ты несешь? Ну, переключи у себя еще что-нибудь. Ты же переключал. Ну, что ты прям мне врешь, а? Ты сама отключаешь интернет мне. Чего ты отключаешь? Ты мне отключаешь интернет. Признай это! Блин. Я не знаю, как ты это делаешь, но ты мне отключаешь его. Блядь. Почему? Почему она в комнату мою зашла, блядь? Она должна была выйти в коридор. Она сказала, типа, ща я выйду, ну, блядь, открою подруге дверь. И в этот момент она должна была, блядь, опустить свои руки к этому стилусорису тому. Вставить кабель. Ну вот 100%. Блядь, главный подозреваемый. Пацаны, это уже не 95, не 99, а 115%, что мать, но доказательств нет, нужно поймать с поличным. Хуйня в том, что я спалился, что спалил свои подозрения о ней. Она мне говорит, позвони своим корешам, они же у тебя в интернете работают, спроси, что да как. А я на эти уловки все время ржал, все время постоянно тупо угорал. Чтобы она мне не говорила, я просто смеялся, как ебанько. Вот, я даже так заржал, что мать мне налила кофе. Я это кофе, блядь, разлил на футболку Дудося. Сука, обидно, однако, эти пятна. А, хуйня в том, что я сейчас якобы пошел в магазин. Я, разумеется, в магазин не собираюсь, но этого недостаточно. А, пока я буду под дверями находиться, мне надо матери также сообщить, что я пойду прогуляюсь кому-нибудь там в гости. Даже можно сказать, к провайдеру пошел, блядь, чтобы узнать, что у меня с интернетом происходит. И вот так по звуку я поймаю, блядь. Пацаны, ворвался я снова в свою хату, без покупок, без ничего. Говорю, вот, сейчас мне надо в город уебывать матери. Она мне дает 500 рублей, говорит, положи на мобилку. Сейчас мы будем смотреть, как действовать. Я попробую обзвонить, ну, попросить тех, у кого есть киви ебучие, вот, чтобы закинули через киви моей матери на счет. А я тем временем буду сидеть в засаде, как она посчитает, что я в трепезде, и ей ничего не угрожает спалить, то она должна вроде как выйти должна, блядь. Я по звуку буду определять. Ну что, перевел? Светится или нет? Что, мам?
дома светится. Это ты отключила, да, интернет? Я уверен, мама, это ты-то подключила. Ты не могла знать, что там интернет. Я тебя уверяю. Я 100% уверен, я раскрыл это 100%. Она, это мама! Отключила интернет! Да, ей не прям объяснили, где щиток. Да, конечно, техподдержка 9 числа, когда все пьют, в январе. Конечно. Они кое-как там могут, бля, бокалы свои шампанского или водочки поднимать. Что ж ты там колокопошилась? Еще знает, что там что-то должно светиться. Я уверен, это ты. Ну, мне кто-то интернет отключает, но ты был самый главный подозреваемый. И подтвердилось. С поличным сколько раз я пробовал. Я даже сказал, когда матери сказал, что вот это ты мне отключаешь, я слишком возомнил из себя. Я подумал, что она расколется сразу. Да, это я, но нет. Ну нет, ничего подобного. Она держала в себе, я даже типа в магазин ходил, в засаде сидел. Не хватало мне только пончиков. 500 рублей закидывал через Киви, блядь, чужие. Чтобы она вышла потом, типа, о, надо топ-геймера уж в этом случае подключить. Но тут... Я разузнал, распознал. Мама, ты из тебя плохой Марио Арту. Я топ-черлу. Что ж, пацаны, все, дело раскрыто, но мать все-таки на своем стоит, типа, нет, это не я, я тебе как лучше хотела, я точно не выдергивала вот эту еботу, но окей, пока еще не точно, ну, блин, то, как она себя вела, странно очень, даже я, когда притворился, вот то, что я сплю, прилег такой, это в часов 8, ближе к 9 было. И мать стала чекать, уснул ли я, вот скорее всего это. А я, блядь, за дверью стоял. Тем самым спалился, можно было бы раньше все закончить. Сейчас уже 12 часов, вот, я даже побрился, бошку помыл, прочистил для того, чтобы, так сказать, распылить воспоминания матери о том, что я ее обвинял. Это ты интернет отключаешь, иди включай там. Ну, это... утром рано я ей говорил еще. Да, зря. Никогда на преступников изначально не давите, если нет 100% доказательств, там, видео какое-нибудь или отпечатков пальцев в натуре. Все, I'll be back with my shotgun.